Тебя огорчает современное состояние игровой индустрии. Тебе хочется суперигру, а разработчики втирают какое-то консольное дерьмо. Подписывайся на Вономаса. Вместе мы заставим этих подонков выкатить что-то достойное. Нас уже более 5000. Итак, всем здорово. Смотрим вначале на меню игры Rage. Вот такой вот скриншотик. Обычно в последнее время модные 3D-шные меню. Ну, куда там сцена какая-то. Здесь достаточно простенько. Сам арт красивый. А вот меню простенькое, в общем-то. Давайте делаем New Game. Так, Normal выбираем. Это будет смотр. Это уже точно будет не обзор. Вот, начинается Bethesda Softwork. Эта игра делалась порядка 4 лет минимум. То есть первый трейлер вышел где-то летом 2007 года. Это был уже трейлер. Ну, неизвестно, работы начались, нет. Движок, по-моему, новый или доработанный от Дума 3. Ну, по-моему, новый ID Software 4 или 5, не помню. Неважно. Игру очень долго ждали, ID Software очень мало игру пускает. Каждый обычно считается это шедевр. Вот, смотрим ролик. Кровище, как бы. Вот, Doom 3 это офигенная игра, в которую я именно из-за графики, потому что там была супер-бупер взрывающая мозг графика. Я ее прошел на MX440 с тормозами от 5 до 20 FPS. 20 FPS это еще было отлично. Даже на десятке в основном проходил. Тем не менее, был супер кайф, супер ощущение, супер. Вот. И когда Rage объявили, типа, это покатушки, свободный мир, ID Software, типа, новая графика, и все, конечно, я лично на тот момент ждал, как бы думал, ну, вернее, как ждал, я знал, что она хрен знает, когда выйдет, и я обычно не жду такие игры, которые выйдут через 100 лет. Но все равно я думал, что это будет что-то крутое, и вот, на самом деле, настал момент. Не помню, откладывали ее или нет, ее, может быть, переносили на годик, а может и нет, точно не помню. Вот. Настал момент. Вот сейчас мы смотрим на Гамилу. Заценим ее, так сказать. Этот Project. Я Кан 506. Так, это начало идет игры. Я уже знаю, что это саркофаг, в котором ты сидишь, и сейчас ты вылезешь. Вот начальная сцена, которую уже можно было видеть. Я ее уже видел в каких-то роликах или скриншотах. Вот, короче, он вышел. Вот это вот начальная сцена. Как мы знаем, начальная сцена в играх это довольно-таки важно. Видео, может быть, будет тормозить, потому что снимаю Full HD из-за того, что кривая версия игры. И при установке стандартного для меня HD игра вылетает. А так как я смотр хочу запилить прям сразу, то поэтому я делаю на этом, на Full HD. Но качество на YouTube все равно будет стандартным, потому что ролик будет слишком много весить. Давайте заценим текстурки. Текстурки вот тут вот говенцо как бы полное. То есть вот видим вот эту вот палочка. Она такая вообще очень хреново нарисована. Ужасно просто. Причем она нарисована не рельефно, 3D. Вот видите, мы отходим и нету выпуклости. А реально она как бы должна быть 3D. Это видно. Вот тут вот тени как бы. То есть это супер ужас. Это уровень 2000 года примерно. Там вот рожа такая. Блик какой-то, по-моему, нереальный. Вот тут вот мы видим тоже. Раз полигончик, два полигончик, три полигончик, четыре полигончик. Мало полигончиков. Так, ну тут больше нечего смотреть. Давайте выйдем. Вот мы видим тут зомбак. То есть не все дожили до того момента, до которого дожил главный герой. Вот происходит выход. И что же будет?
Ага, будет вот такая вот открытая сцена. Ничего, я вам скажу, дизайн очень мощный. Блин, тормозит собака. Ну, делать нечего, потерпите. Вот, дизайн вдаль, если смотреть, ну, относительную даль, то есть очень мощный дизайн. Классный, достаточно много объектов, такое, ну, от квадратиков всяких. То есть это не просто скала, которая, блядь, прямоугольник, на которую текстура нанесена, или еще как-то. Довольно-таки мощно. О, видали, как лоудинг шел? Но это из-за того, что сейчас даль памяти что-то не хватает, хер узнает. Так, зацедим асфальтик. Асфальтик, как мы видим, текстура супер-мега ужасно. Вообще, достройки я уже смотрел. В настройках почему-то... Вот, видео. Здесь нету никаких настроек. Прикиньте, то есть есть разрешение, есть фуллскрин, есть антиалиасинг. Все, никаких ни настроек текстур, ничего нету. О, давайте заценим, смотрите, как мало полигонов. Раз полигон, два полигон, три. Ну тут вот, ну достаточно балла, в общем. Неправдоподобно выглядит вот эта кишка. И вот тут вот, видите, вот этот вот поручень ржавый, он такой видно. Вот раз грань и два грань, и очень стрёмная текстурка. Игра весит 20 гигабайт, и, насколько я знаю, вроде из-за того, что типа текстуры в ней крутые, но вот мы уже увидели, что текстуры ни хера не крутые. Тем не менее, вот так вот вдаль очень замечательно выглядит. Ну, не шибко реалистично, именно в плане реалистичности, но вот гамма просто прекрасная. Вот никакого каранжа. Здесь определенная гамма, конечно, есть какая-то серенькая такая, но она, блядь, какая-то позитивная, реально говорю, прям, она просто реально радует глаз, вот. Серьезно говорю, тут вот с лагами идет, потому что FPS вроде показывает вот 20 FPS, но когда ты идешь, оно лагает. Ой, бля, какой дикий лоудинг идет, вот это жесть. Я надеюсь, это из-за того, что я фрапсом пишу, потому что если нет, то... Ну вот видим, тут тоже текстура, это полная, конечно, хуетень. Так, куда здесь идти? Ага, идти надо вот сюда. Какая ужасная графика у зомби. Вот это ужас. Вау, смотрите. Фокусинг. Депс. Ну, физика тачки полное говно. Вообще ни на что реально не похожее. То есть, вообще же... О, смотрите, какая ужасная текстура земли. Вот это жестяк. Вот это жесть. Вообще жесть. Вот так вот ничего смотрится, а если приблизиться... Ну тогда видим, камушки размыты. В батле третьей камушки значительно лучше. Текстура камушков и так далее. Гораздо. Она в несколько раз. В несколько раз она не на 30%, а в несколько раз детализирование. Ну, травка тут какая-то уебищная хуйня. Хуища! Давайте заценим графон, короче, точилы. О, видали, как лоудинг идет? Не знаю, на видео это будет видно. Я прям увидел. Я читал, что впечатление от версии PlayStation 3, там говорили, что там просто супер ужасно с этим лоудингом. Так, вот тут видим, ну так себе, диск не очень хромированный. А, вот тут вот текстура такая бутненькая. В целом машина, ну непонятно, она, с одной стороны, деталь много, деталей, но вот полигонов не очень много, но это ужас просто, смотрите. Это что за текстура, это 95-й год, нахуй. Так, шины ничего так. Мужик, давайте заценим мужика. Мужик! Ну, непонятно. Ой, у него анимация ужасная, очень неплавная. То есть, когда он говорит... О, спидометр есть, прикиньте, детализация кабины. Ну, я уже в ролике видел, что там есть детализация кабины. Жаль, что тормозит. Хотелось бы большего качества, но... Я думаю, о, вот это ужас, вот это жесть. Вы посмотрите, 95-й год реально, 95-й год. Но вдали, если смотреть, то красиво. Так, тут труба какая-то. Я в нее даже войти не могу, пипец. Прикиньте, вот это жесть. Я не могу в трубу войти. Вот это жесть, мужики. Так, сразу скажу, что без фрапса она 60 FPS, жестко фиксирована и вообще летает, то есть охуенски просто летает.
Вообще, то есть даже до 59 не падает. Ну это что такое за текстура? Это Counter-Strike 2000 года, 98-го. А это что такое? Ебать, 20 гигабайт весит игра. Вот это пиздец. Лоханулись. А вот тут вот детализация вот этой хуйни, вот эта вот очень неплохая. В редкой какой игре, даже так и не припомню, где вот каждый блочек, вот смотрите, вот этот вот блочек, видите, он отдельный блочек, а тут вот еще блочек, а тут вот блочек. И все это, даже не припомню, где так классно сделано. Камушки, камушки. У меня ног нету, смотрите, ног нету. Ха-ха-ха. Так, давайте еще тут зацелим. Ух ты. Вот отсюда красиво выглядит дверь гаража. Бля, если подойти, конечно, хуже. Но с такого вот расстояния реально красиво, прям. Вот дизайн, гамма, подбор цветов. А, вообще сам арт очень неплохо. О, вот с такого тоже расстояния вот этот вот зеленый гробик тоже вообще красиво смотрится, реально говорю. Вот. Слушайте, да вообще именно по гамме, по вот так вот, если не приближать, то реально говорю, очень приятная игра. Ну, очень приятная игра. Я даже... Вот сказали, как в Borderlands графика. Я видел ролики, к сожалению, так и не поиграл, потому что там такая комиксовая графика. Но тут вот скажу, что... Ну, немножко комикса есть, но все равно выглядит... Оно именно... Оно нереально выглядит. То есть тут нету именно как бы как в реальности, да? Вот слегка вот эта гамма, она красивая, она классная, но она... Конечно, нереальный. О, видали лоудинг? Я думаю, мне кажется, даже видно. О, смотрите. О, видите, текстуры есть? Желтый, смотрите, сейчас не будет. Сейчас, подожди. О, видали? Видали момент? Она как бы, хоп, ты видишь, она сначала серая, потом накладывать вот эту жесть. И вообще везде это видно, если вот так вот делать. Вот. Так, давайте дальше пройдем. Тормозит жестоко. Может, потому что Full HD видео, оно... Битрейт очень высокий. Да, когда я без фрапса запускаю, это просто сказка, как она летает. И я даже не видел никогда, чтобы игра какая-то так летала. Потому что она же зафиксирована 60 FPS. Но при этом она летает так классно, что вот даже у меня батла идет 100 FPS, она так классно не летает. Как, блин, тормоза какие-то. Так, давайте зайдем к мужику. Практически GTA. Очень интересно всегда. Вот видите, детализация кабины, в общем, очень неплохая. Я не говорю, что это, опять же, реалистично, но очень недурно. Вот тут вот. Вот это вот неплохая такая палочка, короче. Достаточно круглые приборы. Вот. Но машина из-за того, что она такая баги, я ненавижу вообще баги, поэтому не очень впечатляет. Так, тормозить опять пошло, потому что, может, подгрузка идет и Full HD, фрапс, короче, поэтому... Пардон. В общем, каждая интерпретация какого-то мира своего, не GTA, но она всегда интересна, да, то есть есть GTA, грубо говоря, про тачки, есть там какие-то Need for Speed'ы всякие. Ух ты, сейчас 50 FPS был с фрапсом. Ой, сейчас 30 FPS с фрапсом, что-то где-то просралось, что ли. Вот сейчас отлучше стал, сейчас опять 60 FPS с фрапсом. Пиздец вообще. Так, и в общем, а тут новые совершенно. И поэтому кла... Блин, вот с такого расстояния, конечно, неплохо вообще. Вот этот, опять же скажу, что вообще даже не могу вспомнить, где я видел вот такие вот классные детализации скал. Так, в общем, он остановился. Видим вообще все в каком-то... Ну, тут гамма так, да, то есть она немножко оранжевая, немножко коричневая, немножко серая, с серым замешана. Но она такая светлая и позитивная, за счет чего это реально радует глаз прям. Этот чувак что-то говорит, но вообще непонятно, он говорит, как будто не со мной разговаривает, если честно. Так, это, видимо, местные дороги такие без асфальта, все дела. О, приехали куда-то.
О, ща опять 50-60 FPS, прям аж с фрапсом летает. Так, ну чё, давай, get out, мазафака. Блять, и вышел, и все, сука, это что-то это с движком что-то связано, это не из-за этого. Потому что пока в машине ехали, о, подгрузка текстур пошла, пипец. Пока в машине ехали, вы видели, 50-60 FPS, стоило выйти, и такая, блин, засада, вообще пипец. Это что-то с движком, да, хер связано. Да пипец, это что за пиздец неоптимизированный, нахуй. Так, сбросил кэш, может из-за этого вот сейчас кэш сбросил и опять пошло 60. Это может потому что памяти не хватает, и он выгрузил. Как-то там что-то выгрузил, короче. Ну, его детализация, ну такая. Лучше, гораздо лучше, чем в Fallout. Блин, ну пушка вообще нереально. Действительно мультяшно как-то выглядит. Освещение нереальное, неправильное. Ужас вообще, просто ужас. Ебать. Я думаю... Да бля, это чё, я испугался аж. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вообще жесть. Жесть вообще, это явно не кризис. Мне кажется, они... Это, в общем, такой же, как в Borderlands примерно. Только Borderlands вышел в 2009 или каком там году, а это вышел в 2011. Жесть вообще, вот это жесть, графон. Это даже, по-моему, в Думе третьем лучше было. Вот это жестяк. Но атмосфера есть. Видали опять, как это проскочило? Ой, пистолетик дали. Первый начальный. Пресс-тап ту инвентарь какой-то. И что дальше делать? Бля, лампочка не разбивается. Вот это позор. Позорище вообще. Лампочка не разбивается. Жесть, стекло не разбивается. Прикиньте, вот это жесть. Жесть какая она есть, ёпта. Чё делать-то, ёпта? Короче, здесь можно выйти из гаража. Блин, вот это жестяк. Я впервые вижу такую игру, где так все на лету. Блин, ты взгляд поворачиваешь, и там все голое практически. И тут же подрисовывается стриминг, эта текстура, или как это называется. Вообще жесть. Не, вот это бочка. В Half-Life 2 были круче бочки. Вот это жестяк. Бабушка. В общем, да, гамма тут, я думаю, нереальная, короче. Комикс-стайл какой-то. Ну, в общем, тут надо что-то делать, непонятно чего. А, вон это. Такая паутинка, короче, к цели. Ну, срань господня какая-то. Да. Хорошо, хоть гамму красивую подобрали. Если бы не было гаммы красивой, то это был бы вообще бега отстой. Ага, вон я оттуда что ли вышел? А, нет. Если бы не было красивой гаммы, то это было бы на уровне Fallout 3 практически. Жестяк, вот это жестяк. Вот это жестяк.
Короче, игра реально технологически просто отстой вообще полный. Вообще доль. Жестяк вообще, просто жестяк. Ладно, короче, смотр я на этом закончу, потому что именно смотр графики, так сказать, прошел, уже все понятно, как бы. В графическом плане, кроме иногда классной детализации окружения, вот, к примеру, вот эти вот скалы неплохо, да? И классной гаммы, в общем, больше ничего нету. Полигонов во многих местах критически не хватает. Текстуры полное говнище. Стриминг, текстура охуенский просто, когда вообще просто все нулевое. Ну, такие вот дела. Я играть в нее все равно буду, потому что Rage 4 года делали. Я поиграю в нее и потом еще, короче, запилю видос. Скажу, что да как. Вот. Но первый смотр, в общем, вот такой вот, короче. Достаточно мрачный и не очень похожая игра на ту, которую стоило там ждать миллион лет. Ну, слишком как-то еще вот корявость какая-то вот, все-таки есть такая корявость. Бездушность мира, бездушность. Смотрите, в мире никто не ходит. Вот этот хрен, он стоит и стоит. Этот сидит и сидит. И нету жизни. При том, что люди вроде есть, вон он стоит и стоит. Ну, это таких бездушных миров, это, в общем, в 2011 году не очень-то катит, если между нами. Короче, это были первые впечатления. Сделаю потом еще вторые впечатления и так далее. До скорого, Ваномас с вами был. База пак, подписывайся и так далее, ёпта. Вот теперь бутылочек завались.